Донбасс арена. Слева гостиница «Виктория». Принадлежит Ринату Ахметову. Памятник чернобыльцам. Переделали на украинский манер. Тоже одна из личин украинизации по-хохляцки. Зачем это было делать? Памятник погибшим детям Донбасса. Снова едем на окраину Донецка, в сторону аэропорта, в зону, близкую к зоне боевых действий. Как видно из этих кадров, на этой территории вполне кипит жизнь. Сейчас минут 26 вечера. Достаточно много машин, открыты магазины, люди на улицах. Еще километра полтора-два и... мы на месте. Машин все меньше, людей на улицах уже почти нет. Пока еще ходит здесь рейсовый маршрутный транспорт. Кстати, школа, в которой учился Ахметов.
Так, война войной, а улицы должны быть чистыми. Вот там аэропорт. Там Пески. Аэропорт, вернее, там. Пески. Там, где укропы. Аэропорт Пески. Прямо вот за этим микрорайоном. Заколоченные или разбитые окна. Пятиэтажки, наверное, тут уже никто не живет. Никто не живет. Тут летают каждый день. Та самая воинская часть, около которой мы вчера были. И ракета, не взлетевшая. Дорога на Славянск, Мариуполь и Луганск. Тот самый, да? Обрушенный мост. Брошенный мост, под которым завалило два танка и КамАЗ с боекомплектом. Ну вот, звук стрельбы только что был. Вот выстрел. Послушаем тишину, если она таковая будет. Война совсем рядом, очень близко. Прямо осязаемо. Меньше, чем в километре отсюда укропы. Сейчас только что подошли к мосту. Был выстрел миномета 82 миллиметра.
И еще какой-то разрыв. Саш, миллиметровщик у нас. Филигранный. Только что пересекли блокпост 100 метров, 150 назад. Вот смотрите сами, сейчас очень быстро здесь появятся признаки жизни. Мы проехали метров 350, не больше. И вот, пожалуйста, работающие светофоры, то есть метров 600-650. И рейсовый транспорт. Конечная остановка. Мужики стоят на выстойке в ожидании. И вот первая остановка. И будущие пассажиры ждут автобуса. Вдоль дороги много билбордов, на которых фотографии, фамилии, имена, отчества и годы жизни героев Донецкой Народной Республики. Вот в данном случае Нырков Роман Викторович. И Моторола здесь на одном из плакатов, а может не на одном, конечно же. И Гиви, и другие мужики погибшие. А здесь 2,5 километра и больше уже. Людно. Сейчас скоро будет и машинно. То есть машин существенно прибавится. А вот и портрет Гиви. Николай Николаевич Алферов. Григорьевич Гришин. Арсен Павлов, Моторола.